хоккейном турнире. Главной неожиданностью для нас и неожиданностью, безусловно, приятной стала победа сборной России над командой Канады. Александр Овечкин и Алексей Ковалев забросили две безответные шайбы в ворота Мартина Брадо. Ну а наш голкипер Евгений Набоков в борьбе со звездным канадским нападением выступил просто блестяще и записал свой актив в третий сухой матч на турнире.